Всем привет! Смотрите, идем со школы. А тут стоят такие снова светофоры. Идем скорее. Не работает. А тут давай. Тоже нет. Странно. А зачем же что-то поставили? Вот видите, один, второй. Там тоже. У нас, кстати, сегодня тепло. И погода такая переменчивая. Я шла в школу, дождя не было. Пока доходила до школы, такой дождик начался. Говорю, о, круто. Потом выходим, уже Андрей вышел через 5 минут. А дождя уже как не бывало, да, Свин? Идем сейчас опять, только что был дождик. А небо, глянь, какое чистое. Нас сейчас весы пришли. Веса. Куда? Гляньте, какой у меня сын красавчик. Нам сказали штаны поменять. У нас такие были, типа, джоггеры. Не джинсы, не брюки, такое, что-то среднее. Мы ему купили в Next'е вот такие вот. Покажи, сын. Вместе. Покажи, дай покажу твои ботинки. Новенький, класс, да? И брюки. Вот вообще школьник. Моим шарфом замотался. Класс. Тебе очень идет, сын, очень тебе идет. Круто. Чего ты? Ты очень красивая. Сейчас прическа, дай поправлю. Прическа не делалась. Дай прическу поправлю. Прическа сломалась. Ну, конечно, сломалась. Так. Надо уже подстригаться тебе с папой идти. Так я ему сегодня у мужа взяла такой гель L'Oréal для мужчин. Для причесок, для волос. Так что сделаем ему красавчик мой. Да? Классно тебе шарфиком так? Надо тебе свой купить. Вернее, у тебя есть зелененький. Сын, расскажи, что у вас сегодня было нового. М? Ничего. Ничего? Что? А, еду, кстати, весь. А где ланчбокс? А, я думала, ты его забыл. Надо поехать куда-то посмотреть на красоту, сынок. Сейчас в Лондоне, я видела по фотографиям, растут магнолии, деревья, разные цветы, очень красиво. Надо поехать посмотреть. И тут куст какой-то расцвел, желтый. Колючий, кстати, да? Да, это колючки. О, смотри, сегодня этого не было. Ой, чего? Жмель, наверное, жмель. Где он? А, вот он. Такое ощущение, что сейчас май месяц, а не март. Заказали веса, пришли. Сейчас придем домой, будем делать распаковку. Будем взвешиваться? Сколько, сколько мы килограмм наели? Я уже давно не взвешивалась. Это мы в Лондоне 7 месяцев живем и уехали. Ну, где-то 8 месяцев я не взвешивалась. Аж интересно. Ну, по ощущениям видно, что очень много. И по одежде, в принципе. То, что наели с этой индийской едой. Да, сынок? Не, ну тебе-то не важно. Ты у меня мальчик активный. Ты быстро сбросишь. Андрей, ну ты чего? Мне ж больно. Куда сбросить? Тебя сюда. Я не говорила такого. А, я говорила за вес. Ку-ку. Чешо. Ой. Ладно, сейчас встретимся с вами дома. Вот такие мы купили весы EU5 Smart Scale P1. Здесь можно измерять 14 показателей, синхронизировать их с приложением. Приложение очень удобное, интересное. И также можно добавлять 16 человек. И вот так вот, собственно, выглядят весы. Очень быстро пачкаются, такие они стеклянные. Как видите, уже следы, ну это такое. Сейчас у нас 9:34 вечера, и я планирую заниматься спортом, растяжкой, шпагатом. Сейчас я поставлю на часах тренировку, чтобы потом посмотреть количество калорий, время, там всякое вот это вот для интереса. И сейчас буду заниматься. Если сейчас у меня получится, то такой, в таймлапсе покажу свою зарядку. Такая мини-мотивашка для вас. 9:30 вечера, кстати. Что это? Коктейль сделала. Коктейль? Да. О,
Офигеть! Смотрите, какой сын мне принес сюрприз. А что ты сюда приготовил? Это вода? Смотри, да. Сначала я апельсин взял 4 штучки. А это мандаринка, да? Мандаринка. Да, мандаринка. Потому так потолок долго сделал. Потом я вот эту... Лед. Вот эту штучку с листьями сделал. А потом лед и воду. Ух ты, ты пробовала? Да, это вкусно. Очень вкусно? Да, попробуй. Холодный, правда. Конечно, там 3 йода. 3 льда. У меня просто зубы чувствительны, поэтому мне сильно, когда холодный или горячий, сильно чувствовать. Ну как? Обалденно! Ну что? Мне очень приятно, спасибо большое. Тёмку давай! Мама не хочет стесняться, обычно он целуется. Давай, я не буду снимать. Да я не снимаю, уже не видно. Муа! Как тебе? Супер. Надо приготовить смузи какой-то найти. Я сделала. Да. Нет, еще можно со льдом, с лед сблендерить блендером. Но это уже завтра, сейчас уже. Да. Уже скоро. А ничего, он забьется. Такой сюрприз мне сыночек делает. Молодец. Муа. Тебе еще один сделать? Давай. Не, надо еще этот допить. Не, я сделаю. А папе сделал? Нет. Лучше ему сделай, ему понравится. Он не хочет, а хочешь, я другое сделаю. А как мы его выпьем? Выпьем мы его, чтобы не пропали просто. Конечно. Лучше, может быть, завтра. Сегодня один рецепт, завтра второй. Нет, это твой самый, ну, в смысле, это твой индивидуальный рецепт? Ты сам придумал? Да. Супер. Такие вот сюрпризы. Так люблю, когда он приходит, что-то сделает, такой принесет. Такой себе, знаете, девочка чувствую. Не мама, а такой, как будто обо мне заботится, принцесса какая-то обо мне заботится. Муж еще, если что-то сладкое, там какую-то вкусняшку приносит, либо что-то интересное. Как обычно я ему заказываю, что-то интересное мне купи. И тогда вообще чувствую себя нужной. Вот такие вот моменты просто, они очень меня заряжают и очень круто. Удалось немножечко записать и поделиться с вами. Ну а сейчас приступаем к тренировке. Один глаз открыт, один закрыт. Смешнюля. Как ребеночек какой-то. Ты моя сладкая булочка. Булочка шлёткая. Всем привет! Сегодня я записываю вам видео с комнаты сына. И у меня сегодня большие наполеоновские планы на день. Завтра у нас в школе будет поддержка как бы местных наших школьников в ситуации, то что в Украине. И нам сказали, нужно прийти в жовто-блакитному одязі, какая-то одежда, чтобы символизировала украинский флаг. Вот, и для этого мне нужно поехать для сына что-то купить, потому что у него муж просто подглядывает с разных дверей. Говорю, не заходи, когда я записываю, он не заходит с туалета. У нас тут просто вот дверь в туалет, а это дверь в комнату. Он с этой вышел, сюда зашел. В общем, и сейчас я отправляюсь в Next или в H&M, чтобы найти что-то желто-синее и также красное, потому что послезавтра, получается, не помню какой день, будет какой-то снова non-uniform day, нужно прийти без формы, в какой-то вот в красной одежде, какой-то праздник тоже будет, и этого всего у нас нет, красная кофта с Санта-Клаусом, как бы не оденешь, и жёлто-синего
Желто-синего тоже нет. Поэтому сейчас мы с вами отправимся в H&M Next в TK Maxx магазины. Надеюсь, что-то смогу найти, потому что на сайтах проверяла, и ну, не было того, чтобы, в принципе, что-то подошло. Так что сейчас у меня такая вот задача. Поехать найти одежду. И потом, если у меня все будет хорошо со временем, мы с вами отправимся в парк, который находится недалеко. Я там еще не была, но по фотографиям там красиво. Так что поедем с вами туда, немножко отдохнем, потому что все это время я нахожусь дома, сижу дома. Единственный раз только 2 недели назад или 1,5 ходили на речку. Я уже приехала на место. Смотрите, какая правильно. Вот эти вот люди, они уже перешли дорогу, пока машины стояли. А я такая правильная. Сейчас буду стоять минуту на каждом, блин, как оно называется? На каждой вот этой вот зебре. Вот здесь и вот там. Потому что очень долго ждать. Ну все. Ну зато я не рискую жизнью, да? Не нарушаю правила. Сегодня у нас вообще такая классная погода. Очень тепло. Солнечно. Ну что, я уже иду. Неудачный, ну не совсем удачный шопинг. Не то, чтобы хотелось, но взяла то, что уже было. Что более-менее подходит. У нас, кстати, так жарко стало. Хорошо, что я не одела кофту. Я просто в футболке расстегнутая. Но куртка жаркая. Планировала себе... Вернее, не планировала, но хотелось бы купить что-то более весеннее, более легкое, но ничего не нашла. Поэтому я еще не все купила для сына. Красную футболку я не купила, поэтому завтра, скорее всего, поеду на Иллинг Бродвей. Там больше разных магазинов. Я снова по этой же дороге иду, возле этого перехода, только уже на другой части. И сейчас дождемся 140-й автобус. Блин, он только что вот проехал, видите? Вот он. Придется ждать следующий. А, кстати, я затупила. Это же с другой стороны. А, кстати, мне ж туда и надо, похоже. Мне ж дальше ехать. Вот, блин, я затупила. Мне, похоже, надо возвращаться вот сюда. Я все никак не привыкла... Ой, не привыкну к левостороннему движению. Мне же туда... Получается, дальше надо. А я иду на эту сторону, как бы направо, чтобы по правой ехать. Вот кулема. Вот кулема. Ну ничего. Сейчас придется опять по минуте, по 1,5 стоять. Ничего, погода сегодня вообще зашибись. Ой, моя бы воля сейчас бы снять курточку. Машин полно. Похоже, я уже пришла. Вот остановка. Где-то еще ждать 5 минут. Вообще погода. Вот домик английский, например. Ой. И не знаю, как люди так живут. Сколько раз вам уже показываю. Для меня непривычно. Ждем автобус. А вот там вот очень красиво. Ну что, вот мой автобус, я похожа на месте. Даже Макдональдс вот такой есть, смотрите, здесь. Смешной. Не знаю, куда иду. Надо перейти дорогу по кольцу. Судя по всему, это сюда.
будет интересно только знать по прямой, либо... Нет, наверное, сюда все-таки раз по кольцу. Ну, страшненько, конечно. Сама иду, не знаю куда. Смотрите, даже свет здесь есть. День на дворе. Все видно, а здесь свет горит. Прикол. Так, сейчас проверим, куда мы попали.